Ну что, ребят, всем привет. Сегодня такой необычный выпуск, день включения. Не будет турниров, не будет войн, не будет никаких там обзоров героев. Будет призыв. Не в шотсе, а в полноценном ролике. В честь дня рождения я накопил очень много алмазов. Копил, наверное, месяца 4, может 5. И сегодня мы... Надеюсь, что-то призовем в долгожданном заветном призыве. Будем делать X10. Ну, я надеюсь, это будет прямо как надо. На разгрузке у нас альфа-комбо. Супер-пупер призыв. Ну, видите, в основном тройки падают. Новый паладин альфа-эфир. Раз... И эпичная комбо природы 2. Больше ничего не выпало. Вот. Ну и давайте заветный призыв. Вот этот здесь персонаж есть. Офигенный. Готовы? Бомбовые персонажи здесь заявлены. Просто космос. Предлагаю не откладывать и сделать наши X10. Поехали. Я очень надеюсь, что кто-то сегодня нас порадует. Не только четверки, но и офигенную пятерку жду. Все-таки не каждый день рождения. И могут в честь этого кого-то мне тут подкинуть. Но походу хоть бы ГМ и дали. Неужели пустой? Да. Даже без ГМа. Ну, не сделала мне игра подарок в честь дня рождения. Не буду я уж здесь за алмазики. А у меня нету даже столько алмазов. Ну что, к сожалению, не выпало. Не удался тут шик да блеск. Я думал, будет прям шикарно, но нет. 1,6% легендарный, 1,3 бо, 0,9 просто персонаж, чтобы какие-нибудь выпали. Ну, скажете, без разгрузки сделал, ну да, без разгрузки. Но, как есть. Все, всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи. Хороших майских теплых дней, пока-пока.